Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обзорчик рынков и новый пират на английском сервере. Поменяли награды, сейчас побегаем по рынкам, посмотрим, что интересного есть. Видите, не могу все плюхи даже забрать. Печаль, печаль. Такс. Смотрим, такая награда за трату яиц на английском сервере. То есть вы тратите 24 тысячи самоцветов, в итоге вы возвращаете с них половину самов, получаете четвертые сундуки, вот такие вот, ну, обалденная акция, и получаете дрогу. Дальше у нас рынок основной. Девятые эмблемы продают. На русском сервере эмблемки подешевле, но тут плюх поболее будут. Плюс 400 сундуков, это тоже очень крутые плюхи. Так, тут сумки, зефирки, монетки. Монетки, кстати, тоже обалденная тема для прокачки пак. Это такой себе пак. За десятку с расходниками неплохой. Ну и за пятерку тоже, в принципе, неплохой. Так, сегодня распродажа, смотрите, новый скин на командорку и молоточки за пятерку, тоже очень неплохо. За сотку, 1000 дрого, не понял. А, один пак за сотку, вот они, уже один пак за сотку, или это мне показалось? Не, все нормально. За сотку 1000 дрога, 505 сундуков, там кучу можно вытащить коробок и всего для прокачки, 30 камней для эмблем и 8 этого, тоже в принципе неплохо. Так, 2 свалена за 50, 50 камней за найм, сейчас посмотрим, что там по найму. Интересно, у меня камней не осталось. Вот, кстати, вот этот пак очень интересный. Вы получаете плюс 15 тысяч самов. То есть он очень выгодный и довольно-таки часто я его забираю на разных этих. То есть кто, кому нужны самы там для ролла созвездий, например, на английском сервере, вот такие вот паки очень выгодно покупать. Очень дешевые самы получаются. Так, и пакетик накопления. Что у нас тут? Две эмблемы, это за большой пак получается. Ну, тоже довольно-таки неплохо, я вам скажу. Хороший пак. Так, отлично. С этим разобрались. Давайте посмотрим найм героев. У нас сегодня есть. Оно не отображается. Вот, лимитировано, наверное, из-за того, что у меня камней нету. Так, целую розу можно получить, ребят. Нифига себе. Зефирку сюда добавили уже. У меня 249 осколков есть. Добавили, ну, блин, я вам скажу, неплохо. Розу можно получить, ну, ее и так здесь можно получить. Так, окей, а теперь поехали. Давайте заберем попытку. Ой, очень много акций сегодня. Так, а разбить? Что тут дают? Сумки огника, ну, такое себе. Такую восьмерку дают, понятно. Так, новый пиратик, три сумки, как и было, лаваники, восьмерку этот. Ну вот самое основное здесь, поменяли награды, как видите, дают стрелка и дают асуру, то есть можно их словить за минимальный, скажем там, донат. Не донат, за накопленные самые, кто не получил с халявы стрелка. То есть стрелок здесь будет у всех однозначно. Сейчас посмотрим, сколько у нас уйдет на это самов. Вот стрелок, пожалуйста. Вторая попытка, ребят. Вторая попытка, и мы уже получили стрелка. Второй стрелок, три. Четвертый, третий стрелок и сумки огника, нифига себе. Вот так вот, ребятушки, это новый пират. Обалдеть.
Смотрите, вот и аса. Ну, 6000 самов, и вы получили вот столько вот клюх топовых. Вот, посмотрите. Новый пират. Сколько там? 6000 самов, и вы получили офигенные плюхи. Коробки получили, сундуки для прокачки. Ну, я считаю, это просто обалденнейшая акция на этом сервере. Вот так вот. Такой вот пиратик. А, нифига себе, и сумки с этим добавили. Оу, и посмотрите. Я даже как-то провтыкал. Нифига себе. Да, есть вот сумочки с пятыми. Ну, красавчики, на английском сервере однозначно очень круто. Так, что у нас еще помимо этого есть? Clashers Day. Ну, это за вход, понятно. Accumulation Plant. Проспектор. Давайте сюда зайдем, посмотрим, что у нас в проспекторе. Я переустановил Nox, поэтому сейчас не должно у нас все будет намного быстрее. Так, тут самики. Так, стирачка. Понятно. Огник. Космо. Землеройка. Ну, в принципе, нормально. Так, там подбаги. Поехали еще Shopping Spree глянем. Ну, в общем, вот так вот. Довольно-таки неплохо. О, смотрите, продают по 2 осколка, нифига себе. Вот это жесть, роза 100, огник 100. Супер. Вот это называется топовый. Так, это, надеюсь, 8. Непонятно, но скорее всего, что 8 эмблемы, вряд ли 9 они будут так дешево продавать. Ну, в общем, тоже довольно-таки неплохо. Больше ничего такого на английском нет. Побежали на русский сервер, посмотрим, что там у нас творится на русском сервере. Ну, пират реально радует. Разбиватель награды. Зефирку добавили. Смотрите, зефирку здесь добавили. Неплохо. То есть шансы словить ее еще выше. Но правда, я думаю, вряд ли она так хорошо будет падать. Сумки. Ну, на русском сервере тоже довольно-таки неплохие акции. Разбиватель яиц, конечно, прикольный. Так, базар, замка владельца, войди, цветущие, разбей яйца. Сокровищница, ну давайте посмотрим. Ну, это самая бредовая акция на русском сервере, я считаю. Отсюда вы не вытащите топовых плюх. Я уже показывал, 200-300 тысяч тратил, и реально хрен вытащишь. Такс. Я не забрал самоцветы. Супер набор. Такой набор, супер набор. Можно словить. Вот такое себе все. Пакет накопления. Ну, в принципе, относительно неплохой, но на английском, мне кажется, поинтереснее пакет, но у нас дешевле пакеты, тоже сойдет. Так, ну и рынок остался тот же, то есть плюхи, расходники. А книг так и не продают. Вот так вот. Вот такие вот дела на русском сервере. Тут ничего нету. Вот так вот. И давайте еще сбегаем. Хочу я на немку, не заходил, только переустановил. Посмотрим немку. Что интересного есть на немецком сервере? Ну, пират на английском, блин, нереально крутой. Так, немецкий сервер. Это такие пакеты накопления дополнительно продают. Посмотрите, со скинами, с эмблемками вообще топово. Это накопление. Ну, такое себе. Призыв, так. Надеюсь, это немецкий. 9-й бег. Ну, это, конечно, они гонят беса. Кому он нафиг нужен? Так, ну тут, как видите, такое себе. Ну, хотя вот пак
тоже неплохой роза. Некрос, Космо, он за 15, это за 20, 20 баксов. Так, что у нас тут? Тут у нас 3 штучки продают. Ну вот, кстати, неплохо. Камешки. Минус 20% скидки вытащили. Так, парящий. Понятно все. Еще по наградам посмотрим. Так, это что-то нам предложили, наверное, увеличить. Так, тут можно вытащить свалина. Ну, такое, ну, в принципе, может кому-то за бесплатку и повезет. 1 плюс 1 действует акция. Ну, а тут дофига разных акций. Флэшерсы, шмешерсы. Ну, такое, а что тут за ежедневку? Ну, за ежедневку, видите, здесь зеленый слизнячок дают. В принципе, неплохо. Вот так вот, ребятушки. Английский сервер, конечно, радует. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосиков. Всем удачи, всем пока.